усилия. Раф, что такое, собственно, усилие? Усилие — это когда я стараюсь делать что-то против моего желания. И как мне каждый день обновлять усилия? Смотри, что тебе нужно по сравнению с тем, что ты хочешь. Не, я имею в виду, что усилие в конечном счете превращается в какую-то привычку. Как обновлять это? Как все время находиться в усилии? Усилие не может быть просто привычкой, потому что каждый раз ты должен прилагать усилия с какой-то помехой новой, чтобы продвигаться по пути, делать еще шаг в пути. И поэтому усилие — это то, что обновляет нам жизнь. Усилие приходит до молитвы или после молитвы? Когда человек приводит в действие молитву, как правило, сначала он проверяет, где он находится, к чему он должен прийти, зачем и как, а потом он понимает, что нужно достичь силы отдачи. Чтобы достичь силы отдачи, он должен молиться, прилагать усилия и приблизить себя к силе отдачи. Здесь начинается усилие. Так есть два вида. Одно до молитвы, потом второй после молитвы. До молитвы — это еще не усилие, потому что мы еще не знаем точно, в чем прилагать усилия, что делать. А мы должны продвигаться. Но после того, как мы проверяем себя, то нам яснее, чего нам не хватает, чтобы сделать шаг вперед. И тогда мы просим на это силу.